Басня номер 19 из басни Эзопа. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите LibriVox.org. Звукозапись сделана Гузель Тухватуллиной. Басня Эзопа. Перевод Льва Николаевича Толстого. Басня «Лягушка и лев». Лев услыхал, лягушка громко квакает, и испугался. Он подумал, что большой зверь так громко кричит. Он подождал немного и видит, вышла лягушка из болота. Лев раздавил ее лапой и сказал: «Вперед не рассмотревши, не буду пугаться». Конец басни «Лягушка и лев». Звукозапись сделана Гузель Тухватуллиной. Клинтон, Теннесси, United States, September 8, 2008.